Здравствуйте! Сегодня снова с вами я, Иван Балтиков, и рубрика «Проба пива». Сегодня у меня съемка такая походная, немножко полевая. Я не стал разворачивать свою видеокамеру, ноутбук снимаю на смартфон. Вот. Сегодня мне попался вот такой напиточек. Вот. Hard Ginger Drink. Называется напиток... Set and Rails Garage Hard Ginger. Имбирный напиток. Вот такой имбирный напиток из всем известной серии Set and Rails Garage. Но это не совсем пиво, это скорее всего пивной лимонад, потому что здесь за основу взят вкус добавки. На базовая основа это пиво. Причем пиво здесь используется такое с несоложеночкой, с несоложенным ячменем. Значит, состав. Вода питьевая, очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой, эмульсионный натуральный, тип имбирь, регулятор кислотности, лимонная кислота. Содовый экстракт, хмелепродукты. Ну, в общем, всякой твари по паре. Алкоголь 4,6, объем 0,44. То есть объем здесь довольно небольшой. Вот. Но зачастую вот такого напитка 0,44 это вполне нормально, потому что даже и пол-литра бывает, и не всегда его хорошо пить. Вот так, легкая освежающая штучка. Вот. Ну, такая пробочка у него с колечком, дергаешь, очень удобно открывать. Вот. Вот такой цвет у него, мутненький. Не знаю, как показать. Вот, вот на просвет, такой мутный. Вот. Стандартно сзади нарисовано состав. Вот. Выпускается он пивоваренной компанией «Балтика». Ну, попробуем вот эту штуковину. Вот. Сейчас мы ее откроем. Неудобно это делать одной рукой. Ну, вот, вроде открылось. А, блин, придется отложить смартфон немножко. И как же мне ее открыть-то? О, все, открылось. Вот. Ну, тип пены даже вот здесь видно, что это лимонад. Запах лимонадный. Запах такой сладкий. Этот самый... Чувствуется ароматизатор. Ну, не знаю, насколько он там имбирем пахнет. Но даже что присутствие ароматизатора чувствуется. И немножко лимонки чуть-чуть чувствуется в запахе. Ну да, вкус у него такой сладковатый, оттенок довольно нейтральный. Я не скажу, что имбирь здесь выпячивается на первую составляющую. Скорее тут сахара, которые присутствуют в солоде, в солодовом экстракте. Вот. Ну и газация, вон пузырьки, можно посмотреть, пузырьки чисто вот как у лимонада. То есть это фактически лимонад, только лимонад с градусами на базе пива. Не стал я сегодня брать кружку, потому что вот такие напитки проще пить из бутылочки. Такой хороший день, у нас сегодня прекрасная солнечная погода. Вот, в принципе, поэтому вот я думаю, сегодня такой небольшой импровизированный выпуск. Ну, я не скажу, что здесь ярко выраженный вкус. Скорее, он такой немножко разбавленный. Вкус как бы сказать,
Немножко, по идее, должен быть поконцентрированнее. Здесь он какой-то такой слабоватый. Да. Чисто лимонад. То есть он напоминает такой небольшой разбавленный лимонадик. Вот, в принципе, хорошо идет охлажденным. Вот если заметно, я не знаю, но вот она охлажденная бутылочка. В общем, типично летний напиток. Не скажу я, что это хватает звезд. Скорее всего, вот эти напитки это больше пиар. То есть у них хорошо рекламируют в интернете, хорошо делают рекламу всяким через сообщество. Но не знаю, вещь на любителя, забавная, интересная бутылочка. К сожалению, этикеточка поклеена криво, судя по вот этим надписям. Судя по вот этим надписям, этикеточка должна быть поклеена по-другому. То есть этикеточка здесь поклеена криво. Почему вот не может Балтика нормально поклеить этикетку? Ну, трудно сказать. Я не буду ставить ему оценку как пиво, потому что это все-таки не пиво, это лимонад. Пивной лимонад, подчеркну, пивной лимонад. Поэтому, как пивному лимонаду, я ему поставлю где-нибудь тройчок. В принципе, был бы понасыщеннее, по оттенке вкуса был бы побогаче. Было бы, может быть, и оценка повыше. На этом я завершаю сегодняшний экспромт-выпуск. С вами был я, Иван Балтиков, и рубрика «Проба пива». И вот такой Saint Andreas Garage Hard Drink имбирный лимонад.